Коробка, нет. Сейчас он его красиво несет. Ё-моё, в коробочке фирменной. Вон Витька идет. Ёперный театр. Казак гриль. А, я видел рекламу. Открыто все. Вот сюда ставь, парень. Парень, вот сюда ставь. На это, вот сюда набивай, ставь. Сейчас. Немножечко будем кушать. А почему не лечет? Сколько четко? Я вам потом вышили, Саш. Сейчас парняга, вон, рукава закатывает. Давай, парень. Вы так сделали, а темно. Нормально. На свет включить. Прям в коробке разделать, да? Да, да, да. Да, прям в коробке. Давай коробку. Барашка она вот там лежит, кушает меня сейчас. Давайте, давайте, проходите. Кто снял, отходите. Нет, чтобы не надо. Нет, выходите. Гарнир давайте сразу. Да, да. Может, кресло ложись. Он там, не жирный гарнир снял? Да, скорее всего. Не, ну а что там? А вон туда, пожалуйста. Вот эти кавказцы, блин. Здорово, Гарис. Привет. Соус. Короче, скиньте потом. Каждый для себя. Ну, сейчас, блядь, вытащим. Блин. Миллион телефонов. Да. Ну и чё? Так, а во что его? Или прям в коробку? Прям в коробку даже сказали. Сейчас барашек она скажет, кушайте меня. Он утром еще бегал, да? Ага. Не гавкал, нет? Не гавкал? Вы, ребята, дело так. То, что гавкает дороже. Дороже. Подарок на стол тоже поставьте. Подожди. Ё-моё, барашка мана. Вот такое у нас сегодня было. А сколько времени он готовится, парень? 5 часов. Сколько? Готовится? Да, а маринуется сколько? Сутки в маринаде, 5 часов в печке. 5 часов? Час на дорогу. А съесть всего лишь за пару минут. Ну, ассаламу алейкум. Вас приветствует компания «Казах Гриль». Меня зовут Медет, я сотрудник службы доставки. И я рад представить вам наше фирменное блюдо запеченного ягненка в собственном соку, а также запеченный картофель, прожаренный на особом миксе натурального животного жира и растительного масла. Соусы, которые подчеркивают эксклюзивность рецепта приготовления. А самое главное, это фирменная разделка, основанная на национальных традициях казахского народа. Барашка разделываем на 12 частей, и у каждой части есть свой хозяин на праздничном столе. Хавлаңыздар! Разделка барашка вот начинается с передней части, вот шею отрезаем, вот потом дальше рука, вот передняя часть. Делится на три части. Вот. Ну, еще пар идет. Да? Жаурон, тохпан жилек и каржилек. Голодные лица. Ага. Тут смотри, как профессионально уже, как резво все это. Вот задняя часть, вот аск-тежелек, вот дальше идет вот панжелек. Потом мясо с субе, вот называется, где заканчиваются ребрышки, начинается. Без костей мяса, вот это субе называется. И здесь вот кишечки тоже. Витя, запоминай. Витя, запоминай. Тебе на рыбалке так. А что Видик не смотрит? Эдик потом сказал, посмотрим. Он сюда не пройдет уже. Самое главное, видите, что на спине написано? Отбосом. Вот грудинка. Проходите сюда все. Проходи, смотри. Нет, я смотрите, я тут что буду смотреть. Мне кушать его надо. Там потом просто. Кто у нас главный оператор? Потом скиньте в группу. Да неплохо было бы, если бы Виктор умел бы так запекать, тоже было у нас. Желание хорошее. Но здесь надо руку найти. Витя, учись. Тут профессионал уже знает, что делать. Он уже проварился, прожарился. 5 часов, да, вот поэтому. А то вот мясо в ребрышке. Он типа тандыра, да, зажарил это? Нет, у нас печки большие. Крутящиеся, да? Нет, не крутятся, там как вакуумный считается. Поставил, там градус поставил и собственно паром там такой жарится. Мясо жар, пар. Ну красиво, конечно. Пол барашка раскидали. Витя, это тебе.
Это курдюк. Жопа. У меня же больше запах вкусный. Чё? Видишь, что на одну секунду скинул? Я? Ну. Одну секунду видел. Да, хорошо. Вот так все. Руки отжигаю, да? Кушать. Конечно, горячий. Ну, горячий, конечно. Не, ну руки обжигаешь? Да, да сейчас я скину. Ну, короче, вот барашка видели, да? Все хорошо. Баранина быстро отшили. Да, да. Я раздел их сразу, давайте. Поэтому и ждем. Ну ты машину паркуй, с нами останешься. А, нет, у меня по времени же. Еще у тебя что, еще сегодня работа, или ты с нами остаешься до конца? Нет, работы много, брат. Что, еще куда-то поедешь? Конечно. Конечно, сейчас как раз... Не, а то у нас, мы бы тебе сейчас налили бы и машину припарковали бы. Не вопрос, да, здесь бесплатная парковка, все. Ну, да, на неделю. Оставайся. У нас это просто суббота, воскресенье. Ну да, файлы кончились. Самый ажиотаж. На тот день рождения дедушки. Да. 5 минут и баран в мясо. 5 минут уже 1000 разрезал. Да? Давайте сразу налетать. Все? Да.